Грали, але побігали добряче у Миколаєві. Бородані на честь Дня Бородання влаштували пробіг центром міста. Долали дистанцію 5 кілометрів. Як це було, дивіться далі. Вот у нас настав той день, їдемо в стані на місце забігу. Внутрі все вот так от колотиться. Вроді все організовано, переживати вже не за що, але чому-то сердечко хоче куди-то випрыгнути. Любомир зайнявся бігом відносно недавно, 2 місяці тому, під час однієї з таких пробіжок, і придумав провести бородатий забіг. Щодо власної бороди, каже, для нього це стиль життя. Бути бородатим не важче, аніж безбородим. Настільки ж, наскільки складно бритися. Друзі, привіт! Я Любомир Борода, це мій канал. Я часто забываю о том, то, что я видеоблогер, и то, что, блин, мне надо достать видеокамеру и все это записывать. И уже вот пару дней назад я вспомнил, блин, а почему ты ничего этого не пишешь? А почему ты не делишься с людьми своими какими-то новостями? А у меня все дошло до того, то, что я все пощу в сторис Инстаграм. Кстати, подпишитесь на Инстаграм, потому что когда я пропадаю, значит, в сторис я точно есть, и все какие-то новости, какие-то интересности я обязательно запиливаю в сторис. Что у меня нового? У меня новый офис, у меня новое местечко, где я могу сидеть, пить чай, принимать гостей, заниматься работой. Вот. У меня новое увлечение – это бег, про которое я вам рассказывал в предыдущих роликах. Бегом заразился очень сильно, продолжаю бегать, бегаю 3 раза в неделю и стараюсь 2 или 3 раза в неделю также продолжать заниматься кроссфитом. И там стараюсь делать качественно и хорошо. Очень благодарен своему тренеру Валерию Киселю, который тренирует меня по утрам, вот, и который является тренером по кроссфиту, но в то же время контролирует все мои беговые начинания и обязательно говорит, как надо делать, как не надо делать, не торопиться. Ну, короче, вот полный, тотальный контроль. Я этому очень рад. 7 сентября в этом году Всемирный день бороды. Он празднуется каждую первую субботу сентября. Вот. Каждый год в Николаеве. Вот в этом году 3-й год подряд я стараюсь хоть что-то замутить для бородачей, хоть какую-то скидочку, но сделать. Это было и 2 года назад, это было и год назад был даже классный праздник на День бороды. А в этом году несколько заведений города предоставили скидки для бородачей. Вот этот влог выйдет, скорее всего, уже после празднования Дня Бороды, но я хочу вот поделиться именно своими впечатлениями. Возможно, заведение появится еще. То есть каждое заведение предлагает какую-то скидку, они пытаются завлечь, задобрить бородатого человека в этот день. И это очень кайфово, это очень мне нравится, и это то, чего я хочу как бы добиться, чтобы как-никак, а город Николаев тоже принимал активное участие в праздновании такого праздника. Організатор забігу Любомир Борода говорить, щороку в компанії бородатих друзів відзначають цей день по-різному. Неделю назад я бежал. Тиждень тому я біг. В першу суботу вересня у всьому світі святкується День Бороди. Я щороку його святкую по-різному. Іноді влаштовую певні вечірки, іноді влаштовую концерти різних гуртів. А цього року я просто біг. І мені прийшла ідея пробігти з кимось, почати цей день з пробіжки. Я кинув інформацію до себе в Інстаграм. Хто хоче, приєднуйтесь. Люди почали швидко приєднуватись. До вечора ми вже вирішили робити медалі. Я закинув собі в Інстаграм. Вот, все это вылилось в то, что сейчас зарегистрирован забег 29 человек. Я заказал медали, я заказал номера нагрудные, именные. Сейчас покажу. Вот. Хороший человек Дима Олейник, он массажист. Он выделил вот таких вот 5 подарочных сертификатов для победителей, но мы решили бежать не на перегонки, а все вместе, и, соответственно, вот
с вами делюсь, а люди, которые будут участвовать, об этом не знают. Вот, будем делать, скорее всего, какие-то, возможно, соревнования или какой-то розыгрыш призов уже после забега. Забег сделаем на 5 километров. Вот, а после забега разыграем вот эти сертификаты, плюс компанию Manly Club, о которой я часто рассказываю. Вова, основатель компании, мой хороший друг, предоставил тоже 3 приза. Тоже будем их разыгрывать. Они с бородатой косметикой, они классные, кайфовые. Любомир з бородою – все доросле життя. Каже, догляд за нею потребує не більше часу і грошей, ніж гоління. Якщо я збривав все це повністю, то я боюсь вийти з дому, тому що мені кажеться, що моє лице похоже на коленку. Ну, как будто мені просто спілили половину лица, я не можу в такому виді з'явитися в обществі. Любомир просуває українську косметику для догляду за бородами та виробляє ексклюзивні сувеніри для бороданів. Це пищова нержавіюча сталь. Она с открывашкой, чтобы все время можно было вовремя пиво попить. Она в формат банковской карточки. Да, она хорошо чешет. Вот, и сам я в канве нарисовал нагрудные номера, о которых, в принципе, тоже публика, которая будет участвовать, еще не знает. Ну, по крайней мере, они не видели макетов, они не знают, как это все выглядит. Вам я, конечно же, опять вот покажу. Вот, как это будет проходить, вы можете посмотреть, собственно, дальше. Я не знаю, как я буду монтировать этот влог, что поставлю вперед, что назад, но сейчас задумка в том, чтобы поделиться с вами теми впечатлениями своими, теми задумками до мероприятия, чтобы это как бы осталось немножко в истории, как я это делал и как я это переживал. И чтобы вы видели, собственно, сам результат. Может, вообще полное говно получится, а может быть, будет что-то такое убойное и улетное, что прям вот вау. Собственно, вот так вот выглядят эти номерочки. Это уже все готово под печать, уже даже отправлено. Вот решил сделать... Ну, опять же, люди, которые зарегистрировались, успели зарегистрироваться до того момента, когда я это отправил на печать. Я их подписал, каждому сделал номер. Вот, у нас также зарегистрировалось пару девушек. Вот, им я сделал номерочки розовенькие. Вот так выглядит номер. Вот, мне это все дичайше нравится. Їх, однак, не обійшлося без сюрпризів. Дехто із дівчат покреативив і також замаскувався під бородання. Первая попытка, она была немного иначе выглядела, и там было минут за 20 я ее сделала, вот, пару дней назад. Друзья одобрили, сказали, давай, ну, попробуй чуть иначе, вот, пожалуйста. Рекомендую, борода, очень удобно. Все обращают внимание на улице. По-моему, пару ДТП могла спровоцировать, пока ехала. Я думаю, что мне будет сложнее, чем им, потому что у меня борода плотно прилегает. Ну, постараюсь добежать. Фишка в том, что придумано это за неделю до, так сказать, мероприятия. Я же говорю, хотел по фану просто пробежать с кем-то из бородатых людей. А потом создался чат, люди стали писать то, что они хотят, и, соответственно, что было бы неплохо с медалями. А так как медали все-таки надо нарисовать, продумать дизайн, где-то их заказать и еще сделать так, чтобы их успели к этому времени сделать. Вот, и получилось то, что я нашел, в принципе, кто нарисует и кто сделает, но в очень-очень-очень сжатые сроки, и поэтому очень-очень быстро был создан ивент в Фейсбуке, к нему подвязана телеграм-группа, в которую люди, которые хотят поучаствовать, получить медаль, добавлялись, получали реквизиты, оплачивали, собственно, участие, но саму стоимость медали, вот, и писали, как их назвать. Это все делалось в течение суток, вот, и там оплатили порядка 15-16 медалей. Я заказал 25, думаю, блин, все равно же будут, ну как-то жалко. Вот. И да, люди стали докидывать еще, и на последнем этапе, когда уже медали там отправлялись в производство, я успел докинуть еще 5 на всякий случай, чтобы их было 30. И в принципе, как бы, это все не зря, потому что, вот я говорю, сейчас уже 29. А я думаю, что завтра или послезавтра я буду дописывать вот этот вот ролик. Вот, и, возможно, народу будет еще больше. Она белая, слишком. Искать борщи, театральный.
Короче, собрались все, куча журналистов, все что-то спрашивают. Нам уже пора начинать разминку, а они никак от нас не отстанут. Сейчас вот они закончат разговор с Ольгой, и мы начнем разминку. Ну, короче, мы побежали. Растянуться. Мои путь, растяните в ширину. Обойдите его. Ширину сделай. Он говорит, обойдите его. Не задавите фотографа. Любомир Борода – ініціатор створення клубу «Бороданів Миколаєва», блогер, власник бренду чоловічої косметики та аксесуарів. Любомире, доброго ранку. Доброе утро. А як у вас настрій, як у вас справи? Да, все отлично. Продолжение подготовки к бородатому забегу. А вчера связывался с человеком, которому заказал медали. Вот, говорю, ну что, когда это все будет готово? Он такой говорит, ну в пятницу я это должен получить на почте. А новая почта – это такой сервис в Украине, что он придет-то, например, в пятницу, но неизвестно когда. Это может быть в 11 часов утра, а может быть и в 7 часов вечера. А иногда еще на почте бывает делают так, что трекают посылку после закрытия. То есть им пришел большой объем, они все выдать не успели, закрылись и трекнули, что она пришла. А забег-то у нас 9 часов утра в субботу. И тут я, короче, уже хватаюсь за сердце, думаю, бля, а я же еще медали идут без ленты, вот, там просто дырочка, вот, и я хочу на каждую медаль сделать паракордовый ремешок, плюс сделать, наверное, такие хитрые узелочки, чтобы можно было регулировать этот ремень, ну, так, чтобы было кайфово, вот, но человек, который делает медали, понял всю эту ситуацию. Говорит, как только приду, сразу тебя отдам. А я вот сижу и думаю, что, наверное, ленточки придется сделать заранее. Купить колечки металлические, переходнички. И сразу наплести все вот эти вот 30 штук под медали. А потом их получить и быстренько-быстренько поставить. Вот, потому что не хочется, чтобы такая затея, такая задумка, блядь, провалилась. И людям пришлось на забеге сказать... Держи, потом я тебе сплету. Згадку про участь у забігу всі отримали тематичні медалі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Така от тут вишка огромная, телевізіонна. Тут і радіо, і телевідення, і, мабуть, щось ще. Я це вже показував в кому-то з своїх влогів. Ну от, коли перед ефіром немножко переживаєш, треба щось говорити в камеру. Да, вот на тот диванчик, пожалуйста. Окей. Вот даже немножко снимать, да, чуть-чуть. Говорить про этот праздник, и потом, чтобы вы дали несколько советов, как вот отрастить бороду, с чем это связано, нужна ли для этого специальная косметика. И еще отдельный вопрос про эти всякие препараты. Не помню сейчас, как называется, находил информацию. Когда это был приезд группы «Хамстерс» в клуб «Мертвый кролик», и там была куча конкурсов различных бородатых. Мы его классно, славно провели. Вот. В этом году у меня не было никаких планов, чтобы это как-то массово проводить, но там провел небольшие переговоры с несколькими заведениями города, которые решили в этот день дать скидку. Но скидки, опять же, мы сделали, чтобы они были не просто там на все, да, там на какие-то там цветочки, а на мясо, на пиво и на кофе. Ну, то есть на брутальные мужицкие прибамбасы. Вот, если кому-то это более детально интересно, это можно смотреть уже на моих страницах в соцсетях, какие скидки, в каких заведениях, это все у меня расписано. Вот. И еще недавно вот стал бегать и пришла, просто бежал по Парку Победы, пришла в голову мысль, почему в этот день мы не самому не начать с утренней пробежки. Вот, и я написал у себя в Инстаграм, то, что кто хочет присоединиться, там, давайте сделаем бородатую пробежку. За неделю, даже меньше, чем за неделю еще, это выросло в то, что сейчас есть 30 зарегистрированных участников. Вот. Побежим мы в субботу в 9 часов утра от Степана Осиповича Макарова до Степана Осиповича Макарова, маршрут 5 километров. 3. Чем длиннее борода, тем быстрее бегу я! Мы бабки бедят, Макар! Все бороды на месте, да. У тебя ус отклеился.
Какой клич будем кричать? Наверное, первый. Первый клич готовы? А как там его кричать? Чем днем борода, тем быстрее бегу я. Было так. Раз, два, три. Чем быстрее борода, тем быстрее бегу я. У суботу зранку три десятки миколаївських бороданів зібрались біля пам'ятника адміралу Макарову, що біля шахового клубу на Верхній набережній. Макарова вважають головним бороданем Миколаєва, а приводом зібратись послужило бажання взяти участь у забігові, який організував ось цей чоловік, якого усі знають як Любомира Бороду. Так. Учасники пробігли верхньою набережною Інгульським узвозом до понтонного мосту. Через парк Перемоги до Інгульського мосту. Фінішують біля пам'ятника, подолавши 5 кілометрів. Везде фініш! Борода! Борода! Ну, на мене. Борода! Ребята, ще раз бороду можна прокричати? Борода!